Привет, бойскауты! С вами Кьюбайт, и сегодня мы продолжаем играть в PlayStation VR. Сегодня мы будем играть в по-настоящему хорошую игру, которая называется Job Simulator. И хоть эта игра вышла довольно давно, и слышал я о ней уже много-много раз, рекомендации людей сказали, что вот она хорошая, поиграй в нее. И я решил действительно попробовать. Тем более я люблю различные симуляторы, я люблю PlayStation VR. Если вы тоже, то ставьте лайк. Мое мастерское умение выпрашивать лайки — это хорошо, но погнали уже в игру. Я серьезно еще ни разу в нее не играл, вот первый раз мне уже что-то произошло, а это кон... Блин, я обожаю игры, где видны контроллеры. Это офигенно чувствуется, кстати, они какие-то тяжелые, подзарядились. Она безумно плавно работает, хочу заметить, то есть это вам не Surgeon Simulator, где у меня вот так скальпели, бегали, ходили, прыгали куда-то непонятно. Здесь реально все очень круто. О, привет. Я какой-то низкий. Я что-то низкий. Почему я низкий? Я серьезно не пойму, почему я такой низкий. То есть я реально какой-то очень маленький. Ладно. Офисный рабочий. Что это? Это шеф-повар? Клерк в магазине. Оу, какой-то у меня разрядился. И автомеханик. Да, я хочу, наверное, делать всякие бургеры. Блин, ну реально, мне нравится это. Знаете, я такой, как будто малыш еще карапуз. Ну что, погнали. Я не знаю, какой разрядился, если что, придется. Окей, я понял. Ой, я испугался. Time to job. Если что-то разрядится, то придется, конечно, поставить на паузу и подзарядить какой-то из контроллеров, но я думаю, что все будет нормально. Почему я такой низкий, боже мой? Что мне с руками? Эй, пожалуйста, поднимите меня. Итак, я все настроил, теперь все отлично, и мы с вами начинаем. Руки есть, все замечательно. Возьмите заказ. Погнали! Так, окей, ладно. Музыка, извини, пожалуйста, но ты мешаешь немного думать. Включи на полную. Ну, классический, в общем, завтрак, а именно... Так, молочко, я не знаю, нам нужно? Нет, ну вроде да. Вроде нет, разумеется. Это яйцо? Так, это... Извини, пожалуйста. Извини. Ты... Что? Я думал, он на меня ругается. Скорее. Так, это сюда? Что? Ну слишком быстро подгорает. А, ну там я вижу все подачка. Бэм! Забирайте свой заказ. Замечательно, блин, это уже клево. Слушайте, вот так выглядит, конечно, классно. Окей. Order up. Я хотел сказать, что игра вроде... Сейчас, он скажет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так вот, что я хотел сказать. Игра на самом деле очень простая. То есть идея простая, реализация тоже довольно... Знаете, графика нереалистичная, там, знаете, яйцо не отдает тенью и все дела, но это же круто выглядит, и это действительно в это интересно играть. По крайней мере, пока. Блендер. Да, я уже немножко на кухне осмотрелся, разобрался. Я теперь немножко в теме. Смузи. У смузи это, вот у нас что-то растет, это апельсин. Короче, набросаем все им. Вкусный смузи. Нет. Бросает все, буш. Тихо. Нет, это чайник, это, наверное, кружка. Эч! Как я завертел мне руки сейчас. Тихо, хватит. Аккуратненько. Забирайте свой заказ. Мэнс, замечательно, блин, это... Кто так... Знаете, я так могу... О, это так клево. Еще один заказ. Свободная касса. Теперь зато я могу работать в Макдональдсе. Шерлок, привет! Привет, Шерлок. А, разумеется, что нужно Шерлоку? Это чай. Пакетик чая, почему-то. Шерлок бы не пил. Ну, это не Шерлок, это просто англичанин, видимо. Но будем думать, что это Шерлок. Так, воды, вот этот чайник, да? Кетл! 3000, да? Нет, 2000. 20 тысяч? Нет, 2000. Ставим. Чё? А, понятно, это мыло. И, я думаю, хватит. Так, все. На максимум. А, ну здесь, знаете, удобно, то есть мне не нужно следить. Мне такое тоже нужно на кухне, чтобы я не мог, там, ну, не надо было следить, такой смотришь, там, окей, индикатор показывает, там осталось чуть-чуть. Оу, да он еще и замечательно нас свистит. Так, а что, кружка?
Кружечка. Это супер классно. Сейчас мы чай тут забросим. Ну это вообще повседневная штука. Их аккуратненько. Все. Но это не здесь, да? Это вот надо вот сюда. Не холодная пища. Здесь у нас вино, булочки, кукисы. Что ему нужно? Ему нужен вот такой хлеб. Тихо. Чё-то я прям... Нет, я много взял. X2. X2 и тостер. Тостер это где-то здесь. О, блин, знаете, ты реально погружаешься в эту атмосферу. Хоть игра, и опять же, я скажу, не рели... Чё-то... Ой, что с ним стало? Ой, он поджарился? Там же выключено, нет? Сейчас. Или, а, нет, он просто сам по себе такой. Вот, но ты погружаешься в эту атмосферу, ты действительно хочешь... Вы видели? Вы видели? Я немножко отошел. Вы видели? Я по... Я скушала? Я могу здесь кушать? Черт. Так, Да, извините, пожалуйста. Да... Какого черта? Я реально хочу съесть, когда тебе... Черт, что нам делать? Ты зафейлил нам все. Ну ладно, мы сделаем вот так. Может, я вот так сделаю, и оно перезагрузится, надеюсь на это, потому что я скушал. Мне стыдно, на самом деле, перед посетителем. Оу, да. Оно все перезагружается, и мы можем сделать вот так. Ага, придется немножко подождать. Оп, как я круто поймал. Все. Отнесли. Это грязное, да? I job. I love job. Грязное. Она не разбилась, но все же. Мы не моем посуду здесь. Это еще дали. А, здесь просто кружки, короче. Кейпот. То есть это кастрюля, да? Будем сейчас делать суп? Making soup. Вы не потерялись, просто я, знаете, когда играю, я погружаюсь и я начинаю ходить по квартире, так что я, чтобы не потерять вас. Sink. Sink, 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 sink. Я на самом деле плохо знаю английский, но здесь очень все интуитивно, так что я ориентируюсь хорошо. Кружкой набирать? Блин, серьезно? Там что-то у нас есть, какое-то меню? Ну это не кружка, это, наверное, стакан больше. Тереле. Это похоже на диснеевские мульты, там, знаете, все время, не знаю, почему-то у меня такая ассоциация. Там такой, хоп, хозяйки всякие делали примерно так же. Окей, что у нас, нужны какие-то фрукты? Фрукты, по-моему, я не помню, по-моему, были в холодном, да? То есть, ну, в холодильнике, разумеется. Яйца мы не будем, помидорку как? А, нам нужно поменять... На что? На блендер или что? Да, нам нужно сюда бросать, и у меня разрядился контроллер, так что извините. Это томат, и давайте... Давайте вот эту вот морковочку. Думаю, будет вкусно. И, конечно же, на максимум все. Все, следить не нужно. Убери пока вот эту штуку, давайте на синк поставим, потому что... Жутко мешает. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Как это отключить? Все. Здесь суп! И написано, кстати, ну, то есть помидорки и морковка. Там даже описан какой-то суп мы приготовили, это офигенно. Pull paper. Окей. Уйди! О, можно вот так зах... Офигенно, я там, знаете, постоянно зажимаю. Сэндвич. As a sandwich! Я обожаю сэндвичи, будем сейчас готовить. X4. Нужно 4 сэндвича, да? Окей. Что-то странный сэндвич. Ну, хлеб еще у нас. Что за сэндвич? Посмотрите, как там он выглядит. И здесь, типа, бюджетный такой, знаете. Просто с хлебом. Я, если честно, мне бы подали сэндвич с хлебом, я бы сильно разозлился. Привет, бонжуро! Лайкус, он просит поставить лайк, я перевожу, конечно же. Стейк, серьезно, с тимьяном и розмарином. Сейчас будем готовить. Окей. Что нужно? Да, наверное, гриль. Это критик! Это критик! Черт, нам нужно вообще все сделать. Немножко. Сейчас все будет. Не переживайте. Сейчас мы вам все приготовим. Все, готово. Что такое? Я не дожарил или что? Еще хочешь? Ты хочешь в подошву прям себе? Он не сырой, правда? Он выглядит
Я не буду его кушать, я чуть не съел. А, ну конечно, француз. Что нам... Что любят французы? Они любят... Вино. А вот вино у нас стоит. Пинс. Хо-хо, даже звук такой. Ну, стоп, надо попробовать. О, да, неплохо. Французы, во. Все нормально, хватит тебе. Забирай. Я понял. В общем, это взятка, чуваки. Мы, ну это же фуд-критик. Он, а вдруг он напишет плохое, что наш стейк невкусный. Так что нужно быть аккуратным. Оу. Проверка, вы не потерялись, мы продолжаем. Ой, что это было? Так, тихо, стой на месте. Привет. Hello. Да они пошли уже за столы. Пицца. Пицца! Я обожаю пиццу. Будем сейчас готовить пиццу. Это что? А, это пробка. Нам нужно сделать блендер. Это просто великолепная игра. Если вам тоже нравится, то обязательно поддерживайте. Потому что, на мой взгляд, это офигенно круто. Я с удовольствием буду играть еще и еще. И, ну, разумеется, в другие работы. Нам нужно, наверное, пока выключить. Так, томаты. Томаты. Ой. Это же пицца. Теперь что? Хлеб? Серьезно? Серьезно, хлеб? Пицца с хлебом? Это очень странная пицца. Я впервые вижу пиццу, чтобы делали в микроволновке и вот на бутерброде, на хлебе, то есть. Это выглядит странно. Сыр и какой-нибудь овощ. Сыр у нас где-то нет. Сыр где-то здесь был. Сейчас мы аккуратненько. Сырка и какой-нибудь овощ. Я думаю, что пицца с ветчиной и сыром. Ну, то есть здесь у нас что? А, ну ладно, это будет просто... Тихо, не падай. Закрываем. А, это будет с сыром и... чем? И овощами какими-то. Что-то мы там накидали. А, грибами, конечно. Бимс! Вкуснейшая пицца от Кьюбса. Я бы сам... Я очень кушать захотел, серьезно. Пока я готовил, я очень хотел кушать до этого. Я еще и больше хочу кушать. Хоть это все выглядит и не супер реалистично. Привет. Соус. Чего? Яблочный соус? Яблочный соус для пиццы? Вы что, серьезно? Это странно, по-моему. Ну ладно. Желание клиента закон. Сейчас сделаем. Блендер. Так, яблоки. Вот у нас яблоко, наверное. Это похоже на яблоко. Я так понял. То же самое. Смотрите. Бэмс. Потом микроволновка нам понадобится. Или что? Здоровая альтернатива. Сыр. Че, серьезно? Просто вот так сделать? Да не, на самом деле, no problem. Пожалуйста, забирайте свою здоровую пиццу. Правда, это слабо похоже на пиццу, это больше. Ну, это типа просто какой-то завтрак. Хотя я вижу улицу. Где-то в лесу. Ну, а не понравилось ему, наверное. Ну и ладно. Что? Вау, вот это интересно. Наверное, это последнее, потому что мы... Да что? Я не уверен, что это стоит делать, парень. Потом ко мне придет мертвый клиент. И уже не придет, да, конечно же. Да, нам нужно на сэндвич переключить. А что, мне не подскажут, как это сделать? Ладно, я сделаю что-нибудь сам. Видимо, нужно... Да, написано. Давайте делать как нарисовано. Я не буду экспериментировать. Да, ладно, окей. Немножко поджарим, сейчас сделаем. Я хочу хоть что-нибудь сам делать, потому что все по инструкциям. Так. Теперь он хочет кольцо. И это что, это мясо? Нифига себе, я тоже такое хочу. Поджарим по-своему. Бэмс. Дальше еще раз хлебушек. И, конечно же, маслинка. Блин, слушайте, ей... Вот это офигенно! Я бы сейчас сам съел.
I wanted to have some romantic music playing while I do it, but I forgot to burn this disc. Пожалуйста. Could you burn it for me? To show affection for one another. Я понял. Моя музыка ему не нравится. Awesome mix. One and two the galaxies. The details of the burning. Они считают, что это классное. Ой, it must have had something to do with heat. Нельзя так сделать, ладно, окей. Все, я включил. Чего? Потому что он хочет? Он хочет диск. Окей, это странный парень. Это очень странный клиент. Он хочет диск в тостер, видимо. Пусть будет. Он горит. Клево. Все, я сделал. Нет? Теперь... Вот вы издеваетесь надо мной. Очень странная рецептура, но окей. Пейнс, отправляем. Это было клево, это было безумно клево. Наверное... Вот там, да? Давайте посмотрим, что с ней станет. Я бы и был не рад. Клево, я хочу. Ладно. И мы, смотрите, все смотрим, то есть реально даже работа не решит. Здесь есть специи, я бы специи ел. Да, и такое тоже бывает. У меня игра еще продолжается вот здесь в наушниках и там на экране. Но на этом мы с вами закончим. Поиграли, я думаю, достаточно. Да, вот точно достаточно, минут 15 точно вышло. Так что на этом все, ставьте лайки, если вам понравилось, пожалуйста, поддержите, потому что мне понравилось, и я хотел бы это продолжить и другие работы, может быть, еще что-нибудь поготовим, если вам нравится. И подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, понравилась вам игра или нет, и, может быть, какие-то советы. Всем спасибо, всем пока!